Здравствуйте, уважаемые! Перед вами плохая компания. Безусловно, четвертьфинал — очень ответственное мероприятие, поэтому сегодня волнуются все. Команды, члены жюри, ведущий. Вообще складывается такое впечатление, что нам одним пофиг. Да как так? Вообще-то в полуфинал пройдут только... Все. Собственно, поэтому самое время принимать меры. А уж поверьте, меры мы не знаем. Одна четвертая. Одна четвертая. Одна четвертая. Все команды злые, как собаки. Пару раз даже чуть не дошло до драки. Подходят, говорят, у вас не смешно. А у самих это как будто бы смешно. Ну, погнали! Ну что ж, еще раз здравствуйте. И для начала «Криминальная хроника» представляет плохая компания. Короче, в 94-м году я состоял в группировке Магомедова. В этом же 94-м году нам прибыла огромнейшая партия... Что тут написано, я не могу понять. Вагонов с углем. Вагонов с углем. Ну, а следующая фантазия может быть только у плохой компании. Представьте, бомжа укусила собака. А-а-а, шарик, сволочь! 1-1! Продолжаем. Очень пьяненький батя созрел на сильно серьезный разговор с сыном. Сына, ты только не бойся, я мамке не расскажу. Но, честно, в школе двойки есть у тебя? Бать, ну, есть одна. А у меня в том возрасте уже весь дневник в гусях был. А это, куришь? Пап, ну вот одну в день. Я в том возрасте по две пачки долбил, а это, ну, за воротничок закидываешь. Ну, сам понимаешь. Я каждый день заливался в том возрасте. Это... Девчоночки-то есть у тебя? Есть. У меня вообще их штук 5-6. А я в твоем возрасте уже не мог. Ну и напоследок. Поздним вечером где-то на одной из улиц Красноярска. Очки, линза, оправы, пожалуйста, приходите в наш салон. Очки, линза, оправы, пожалуйста, посетите. Очки, линза, оправы. Здорово. А ты говорил, мы тебя не найдем. Очки, линзы, оправы. Слушай, ты когда говорил одного лося пасти, я думал, ты образно. Мужики, я во вторник все деньги отдам. Сколько ты зарабатываешь? 100 рублей в час. То есть ты отдашь нам все деньги во вторник 2028 года? Я сейчас знаете, кого позову? Кого? Самку. Пацаны! Ого! Ну, Виталька, дай мне 3 пульки, я сейчас Мишку Плюшева выиграю тогда. Мужики, ну это же вообще не смешно. Конечно, не смешно. Сережка, ну-ка залезь на подъемный кран, а ты голову одень. Сейчас, ребята, я вам покажу, что такое смешно. Сережа, давай! Не знаю, по-моему, вот это смешно. Ну что ж, уважаемые, о чем хотелось бы сказать в конце. Совершенно недавно мы узнали, что в Москве построили дом КВН. Сан Саныч, на весь дом мы, конечно, не претендуем, но подъезд наш.